Нифига себе. Вяхрь – вид птиц семейства голубиных. Гнездится в умеренных широтах Европы и Западной Сибири, а также Северо-Западной Африки. В зависимости от района обитания – оседлый или перелетный вид птицы. Сейчас четко виден воротник белый. Это отличает вяхря от других голубей. Все прихорашивается. А другой дремлет. Окрас птицы голубо-серый. Красновато-серая грудь и зеленый металлический отлив на шее. Отличительные особенности вяхрей – это два ярких белых пятна на боках шеи. При полете видна поперечно-белая полоска – шеврон на каждом крыле. Клюв оранжево-красный к ноздрям. Длинный хвост снизу с белой поперечной полосой. Вяхря еще называют витютень. Это самый крупный из голубей лесов Евразии. Длина тела до 44 сантиметров. Масса достигает до 930 граммов. Гнезда вьет на деревьях, куда откладывает два яйца. Этот большой дикий лесной голубь успешно отгоняет от гнезда даже воронов.
Дикие лесные голуби, вяхери. У нас на севере они перелетные. Конец апреля, много снега, холодно. Ну вот и второй проснулся. Птенцов сначала кормят голубиным молочком, что выделяется из оба родителей, а потом семенами и зерном. Любимая еда вяхеря – желуди и буковые орешки, которые он глотает целыми. На зиму птицы из северных широт улетают на юг, летят большими стаями по 300-500 особей. Целуются. Весна, любовь и снег. Опять. Скоро май.